Ну ладно. Чё ладно-то? Ничего. Ну ладно. Пойду за хлебом. О, ты уже вернулась? Да, ты что, не замерз? Да нет. Ну ты вообще. А что? Зато школа, а ты играешь. Ты даже умножение не учи. Ой, ща буду. Час спустя. Ну что, выучила? Учила таблицу? Да. 5 × 5 = 25. Гришина, ты выучила? Ладно, давай мыться. Так, я помылась. Так, а что ты там делаешь? Играю в доту. Меня задолбала твоя дота. Как тебе не стыдно? Мне запрещаешь, а сама играешь. 5 × 5, сколько? Неправильно, быстро учи и спать. Ты мне не командирка, я за старшую. Рита, ты оглохла. Мама сказала, я за старшую. Так что учи быстро, дебилка. Сама дебилка. Учи быстро и спать. Я выучила. Иди тогда спать. Блин, а мы проспали. Быстро собирайся в школу. Ладно. Тихо, урок математики. Алиса Александровна, можно мне в туалет? Иди. Здравствуйте, дети, садитесь. Первый урок математики. Катя к доске. Реши пример. (23 + 5 ) = 5 равно сколько? Ответ 48. Молодец, Катя, садись, 5 с плюсом и со смайликом. Ну где там Рита? О, уже звонок. Пишем математика, рабочая тетрадь, страница 1 и 2. Следующий урок физра.